Прожить долгую жизнь так, чтобы тобой гордились, любили и уважали не только близкие, но и все окружение – это ценно. Трудные испытания жизни не смогли сломить эту прекрасную женщину. Речь идет о Хаджит Исмаиловне Хаконовой, жительнице аула Хачимзи. Немало испытаний выпало на ее судьбу. На детство и юность пришлось военное лихолетие, голод и послевоенная разруха. Но, несмотря на все это, она остается доброй, отзывчивой и трудолюбивой мамой семерых детей, бабушкой и даже прапрабабушкой. Канун юбилея, столетием со дня рождения, долгожительницу приехали поздравить с такой прекрасной датой глава района Заур Хамирзов, руководитель филиала Центра социальной защиты населения Рамазан Агиржаноков, директор КЦСОН Сальман Малахов, глава сельского поселения Муртаз Пшизов. Гости адресовали имениннице искренние слова пожелания, вручили ей поздравления от президента Российской Федерации, цветы и памятные подарки. Свой юбилей Хаджит Исмаиловна встретила в кругу самых близких ей людей. Дети, внуки и даже маленькие праправнуки собрались, чтобы отпраздновать это знаменательное событие вместе со своей бабушкой, которая на протяжении всей своей жизни оберегала, любила, помогала им в воспитании и делилась мудрыми советами. Тип ух три гаджа, зима фазаку, зисля котля на конах им ами, шиса обсят офса. Зипарми три гахобса, тшин тим ояраш это хоб. Зачем три гаджа, зачем анат ая, унаго хр, зачем я пхорельфут учрат фри. Пхорельфами пхорельф жут уй. А фадизер машалах бак издыха хахача. Сейхлест от шрипс утфрес нибш. Школы мисляются, которые хорошо учатся, а фадизились ухов, я ну этот нас прошу бар, нас прошу. Тфараз, ежик тфараз, и вот там что, что тфараз, и вот это что тфараз. Тфараз надо три гаджа тип ух с параметра хопсаб. Там же кос, ну философшар, димистетин тету, джакзан сам шатик ежи жузериха, шагуми еч кайхаж. Хаджит Исмаиловна знает жизнь изнутри, таков опыт, потому что много прожито, пережито и пропущено сквозь собственную душу. Немало жизнь уготовила ей испытаний, но женщина сохранила светлый ум, хорошую память и, что самое главное, жизненный оптимизм.